Здорово! Рекомендую вам сайт с играми zakazaka.com. Гарантии, низкие цены, скидки только на самые лучшие игры. Заходи и забирай на zakazaka.com. Блэд. Сальтуха, давай! Разверни ее нахрен, кошки. Летаешь. Финты кручу. Финты, менты. Вы нихрена вы там чешуевшие. Сорять. Тачку свою тут зеленую оставил. Ой, до свидания. Ты кого-то сшиб? Ты кого-то сшиб? Да мне кто-то... О, до свидос. Чё ты там мучишь? Давай, давай! Нихрена вы! Моя ракета. Валим. Опасно. Вы там полегче будьте. Поцки на моцках. Угу. Дверь пронес. Эй, что ты делаешь? Ты дурочка. Прилагающего сшиб. Я скинул одного, да? Дверь. Прилагающего сшиб, но он при этом никуда не улетел. Прикинь. А, ну класс. Да ладно. Класс вообще. Сейчас будет сейчас сложно этих двух лагающих нам, Андрюха. Вообще сложно будет их сшибить. Чё за прикол? Ебать, мне в задницу сейчас прилетело. Это я тебе. Иди нахер. Нет. Два лагомена, блять. Андрюха, ну чё, как мы будем выносить их? Какие есть планы? Я хуй знаю. Сука, ну Андрюха, ну чё ты? Нельзя что ли под ракету попасть, а? Да я хотел. Но не смог. Смог. Не судьба, не в этот раз. Ах ты пидорас. Вы чё, охуели? Вы чё, охренели? Ебать, я отлетел. Лол. Охуеть, не встать. Срать. Ебать, тут все машины поломаны, просто куча свалка нахрен какая-то уже. Видел, Андрюха, ракету? Да. Димон вышел. Меня выкинуло. Димон вышел. Сука. Как мы будем это как мы будем его сшибать? Давай, направо. Сука. Еще один чувак вышел. Да вы охренели что ли? Бля, у него даже снаряды, прикинь, не взрываются у этого чувака. Серьезно? А в смысле, а как он вышел, если он тут третий катается? Кто третий? Да Димон даже не против нас. Ой, против нас же был Димон, ты че? Так, ну а Димон вышел, и чувак один вышел. А, да? Ну мы троем на карте. А, так значит мы наблюдал один чувак какой-то, походу, дело. Ебать, я не понимаю вообще, что происходит. Ах, ёпта, не долетел. Бля, он даже... Он не стреляет, он просто стоит на месте, мы его сшибить не можем. Нам просто туда залететь. Так нет, ты прикинь, Андрюха, короче, прямо на него попал, наехал, прикинуло, показал у меня. Потом я, короче, смотрю, он стоит... Как... Он упал, но он вернулся, телепортнулся обратно. А, ну все понятно, короче. Эй, уйди отсюда нахер. Шумахер. Да погнали вместе. Давай упал. Давай за тобой. Хоп, я долетел. Ебать. Шибай его, держись на трассе там. Андрюха, у меня печальная новость. Тут у нас время закончилось, и инсургент, ой, машины закончились. Класс вообще. То, что он написал на русском языке, ну, это не... Ну, закройте план, не трать, блядь. Сука, завались там, нахуй. То, что написал на английском языке, лол, это тебе говорит о том, что он русский, да, ебать? Хуя у тебя логика, блядь, суперская вообще, нахуй. Логика сотого левела. Сейчас мы заебёмся его ебошить. Я сейчас террорбит у кого-то утоплю. Да нет, ну, блядь, к нам присоединяйся. Не топи там, блядь. Утопленник. Там не лучше. Да хули только у меня. Да грузись давай, блядь, как мне интересно. Меня выкинет сейчас опять. Никуда тебя не выкинет. Ебать. Все, готовимся. Да у меня ваши голоса лагают. Ебать, он не пролагал первый раз в жизни, серьезно. Он еще меня забрал. Угу, я видел. Вот пидрила с Нижнего Тагила. А я не могу, да, за ним наблюдать, сука. Mm-mm. Да нихрена ты там... А, пиздит, что у меня, блядь, клавиатура, блядь, громкая. Сам-то нахуй. Самка. Нихуя ты там долбит. Долбит нормально.
Прикинь, я террорбит не могу утопить. Он просто заколебался на террорбитом, на. Да я же не свой, я чужой. Какая разница? Я помогаю игроку. Да чё он, сука, не едет? А, понятно, он опять лагает. Пошёл нахуй. Ебать. Ебать. Вот почему он так не прилагал, когда на меня летел? Посмотри, он просто по воздуху летит вверх куда-то. Я вообще просто ору с него. Просто лагающий нахрен телепорт. Мне кажется, у него там читов я ебал. Мне кажется, у него там ПК нахрен древнее твоего конкулятора. Ну, от переизбытка читов игра лагает, да? У него 0,5 FPS. FPS в минус ушел. У него только есть рейтинг 7, блядь. Ну, в принципе, может на калькуляторе, хуй знает. Ну, в принципе, я бы на калькуляторе так вот не играл, чтоб меня вот так вот ебашило, я бы... Есть такое, да-да-да. Пошел бы в что-то, не знаю, в Марио поиграть. Да похуй, Марио крутая игра, что-то. В Тетрис, что уже тогда, блять? Только я ее ни разу в жизни не проходил. Да вообще бы хотя бы цифры бы попечатал. Блять, Андрюха, не смеши. В Пейнте что-нибудь понарисовал бы там. Да-да-да-да. Карты бы, картишки там покидал. Вживую я имею в виду. Ой, блядь. Просто бы выкинул его с балкона, блядь. Сбросился нахуй с крыши бы уже тогда. Ебать, я подскочил. Может, у него винда Виста еще стоит. Может, XP. Не, на Висту, кстати, не идет же вроде гитарка. Я там вроде это, на диске. Если 64-битная, то... 64-битная система, то пойдет, в принципе, что нет. А если 32-битная, то хер там прокатит. Вроде у Виталика не... на диске там был написан, типа... А, так я посмотреть даже могу, диск тут рядом у меня. Он на столе стоит. Ты прям диск покупал, лицензионку? Да нет, я пиратку покупал. Там 4 диска. У меня и пиратка есть, и лицензия есть. И... А лицензию я так покупал в интернете. Вот. Лицензию он из ничего сотворил. Там его кто гасит, я что-то не понял нихуя. А его уже все загасили. Чувак зарезал просто, он вышел с машины, его с мачете хуйнул. Серьезно? Да. Сука, вот это угар был с пол левела, посмотреть бы. Вот этот вот первый. Нихера он мажорчик. Мне бы так. Ну чё, готов к следующему разносу? К вылету. Моему? Да-да-да, к твоему вылету. Насосай куда сайду. Чё там сказал? Давай, готовься. Лагомена. Я сам чуть не упал. Где он есть? Сейчас опять его 3 часа будем ждать, пока он доедет до сюда. Со своим конкулятором. Блять, вот он опять по карте лагает. Слышишь? О, он поехал. Да, он поехал, но только сейчас мы, наверное, минуту будем ждать, пока он доедет до сюда. Либо просто у него охуевший прям интернет. Он еще внизу, что ли? С модем, наверное. Хуемо, блядь. Ебать, его там уже крошат. Он полетел, он вверх. Смотри, он птица вверх. Сука. Лол, я убил его. Я угораю с этого момента просто, лол. Ты записываешь? Да-да-да. Писька нам отпишись, блядь. Ебак. Ебой. Он просто в сессию заходишь, тебя сразу выкидывают. Еба. Вот сюжетку закидывают, все. Гоу-гоу-гоу, давай, полетели, ёпта. Птица ёбаная, лагающая, блядь. Мысля, а ещё что ли раунд? Мандавошка. Я на дебаг даже стартанул, нахуй. Да, у маслокаров есть такая фишка. Недавно Rockstar добавили такую хуйню в игру. Ну, все маслокары теперь могут на дебаг ездить. Не знал? Я даже записывал как-то. Я его сбил. Сбил? А ему а чё толку? Да. Чё толку-то? Захотел Лагомена просто так сбить. Там даже мясо такое слышно было. Мясо. Я, пожалуй, возьму мясную тачку. Пойду я за мясо. Ты нахрена тачку сменил? Ты охренел? Я мясную тачку взял. Хрустяшка. Я его опять сбил. Так. Я не задел. Я не задел. Я даже наверное. Второй раз сбил. Я просто стою, он стоит просто. Сука.
Убил. Да опять он его убил, даже в смысле, я сделать ничего не успеваю. Победа, ёпта. Я его два раза убил. Всё, на... Конец, кончитос. Конец. Капетосы.